Стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард... Ты напугал. Почему он носится? Что на него нашло? Шайтан всюду вокруг. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Не стоит ему так бегать. Делайте же что-то. Не довольны мы тебе, конец! Почему он не добрый человек? Беги, пока можешь! Тебе конец! Тебе конец! Время подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я обязан. О боже, как такое могло случиться? Убийца разгуливает на свободе. Он точно кого-нибудь произошло. Хоть что? Кто это сделал? Две больной, голодные и нищенки. Куда он пошел? О, неверный! Умри! Ты заплатишь за свои грехи! Не дай ему уйти! Хочет меня убить! Догнать его! Смерть неверным! Приготовьтесь! Кто-нибудь видел его? Ты выбрал не ту сторону! Правильно прячешься! Пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Что за болван? Я хочу есть, я так голодна. Огонь войны. Подайте хоть чуть-чуть. И тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Но я говорю... Пару монет. Слава. Я прошу всего лишь пару монет. Служение Господу. Сражайся.
Что на него нашло? Куда это он так спешит? Куда он пошел? Он точно кого-нибудь убьет вот тут. Добро пожаловать. Здесь все, что тебе нужно. Не понимаю, чего он хочет добиться. Он сошел с ума. Альтаир, добро пожаловать. Чью жизнь ты собираешься забрать сегодня? Его имя Абуэль-Нукот. А, король-купец Дамаска, самый богатый человек в городе. Как интересно и опасно. Я завидую тебе, Альтаир. Ну, не тому, что тебя чуть не убили и лишили титула, но я завидую всему остальному, кроме того, что говорят о тебе остальные убийцы. И все же, если отбросить неудачи и ненависть, то я тебе очень завидую. Если ты закончил... Я собрал всю нужную информацию. Как ты быстр? И что же ты узнал? Абуэль-Нукот прогнил до самых потрохов, и поэтому все его презирают. Он крадет деньги, выделенные на нужды горожан, и тратит их на себя. Сейчас он устраивает роскошный праздник, желает похвастаться богатством. Когда праздник начнется, у охраны и слуг дел будет по горло. Меня они даже не заметят. Очень впечатляет, друг мой. Про тебя говорят, что ты всегда все портишь. Но только не я. Нет. Я был уверен, что ты справишься. И вот ты справился. Бюро в твоем распоряжении до тех пор, пока ты не приступишь к работе. Перемотка на более поздний участок памяти. Альтаир, все в порядке? Конечно. А что такое? Праздник короля-купца должен вот-вот начаться, и тебе следует находиться там, а не здесь. Господин, у вас такой вид, будто вы что-то ищете. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару. Может, ты просто знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. С севера идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин. Скай альбау тулилькер! Ай, юхальмурчан! Опять драка? Это добро мне кончится. Убийца! Ты гнусный убийца! Стража! Стража! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления! Неверный король хочет что-то думать. Что он делает? Мы должны защищаться! Добро пожаловать! Спасибо, что посетили меня в этот чудесный вечер. Прошу вас, ешьте, пейте, веселитесь. Здесь есть все, буквально все, что пожелаете. Отдыхайте, я подожду. Думаю, что вы довольны вечером.
Очень хорошо видеть, что вы рады, счастье для меня. Мы переживаем темные дни, друзья мои, но нам надо находить в себе силы и для веселья. Война угрожает нам. Салах ад-Дин храбро сражается за то, что он верит, и каждый из нас должен оказывать ему поддержку. Лишь ваша щедрость позволяет ему продолжать войну. Я предлагаю тост. За вас, мои друзья, за тех, без кого мы не оказались бы там, где мы есть. И пусть вы получите за это достойную награду. Какая доброта! Я не ожидал ее от вас, от тех, кто так быстро осудил меня и так жестоко. О, не притворяйтесь! Вы считаете меня глупцом, не так ли? Думаете, я не слышал слов, что вы шептали у меня за спиной, а? Слышал, и не смогу их забыть. Но не для этого я собрал вас здесь. Я бы хотел еще кое-что сказать о войне и о вашей роли в ней. Вы щедро делитесь деньгами, зная, что этим вы покупаете тысячи смертей. Вам даже неизвестно, за что мы деремся. Сохранность святой земли, говорите вы. Отпор нашим врагам, но этим лишь лжете сами себе. Нет, причина всех страданий – страх и ненависть. Вы боитесь тех, кто не таков, как вы. Поэтому вы боитесь и меня. Сострадание, жалость, терпимость – эти слова ничего не значат для вас. Так же, как не значит они ничего для захватчиков, ворвавшихся в нашу страну в поисках богатства. И я говорю, хватит! Я посвятил себя другой цели. Да, да, другой. Я построю новый мир, в котором люди будут мирно жить, бок о бок, друг с другом. Жаль, что никто из вас не увидит его. Убивать каждого, кто пытается сбежать. Как он это сделал? Отойди от меня! С дороги, глупцы! А нам же так выключится! Покойся с миром. Твои слова больше не причинят вреда. Зачем ты это сделал? Ты крал деньги у тех, кому должен был служить. Помогал какому-то темному делу. Я хочу знать, куда и на что ушли деньги. Взгляни. Сама моя природа отвратительна для людей, которыми я правил. Только мое положение мешало ненавидеть меня открыто. Значит, это была лишь месть? Нет, не месть. Скорее, совесть. Как я мог финансировать войну во славу того самого бога, что называет меня мерзостью? Если ты не поддерживаешь Салах ад-Дина, то кого же? Я думаю, в свое время ты узнаешь. А может быть, знаешь и сейчас. Тогда зачем прятаться и совершать злодеяния? Знаешь, это не сильно отличается от твоей работы. Ты забираешь у людей жизни, убежденный в том, что это пойдет на благо мира. Малое зло во имя большого добра. Мы с тобой одинаковы. Нет, у нас нет ничего общего. Я вижу это в твоих глазах. Ты сомневаешься. Тебе не остановить нас. Новый мир будет построен.
Я догоню тебя! Умри, неверный! Тебе не уйти! До меня дошли вести о твоем успехе, Альтаир. Царство страха Буальнуквода закончено. Рад слышать это. Он убил их. Гостей, пришедших к нему в дом. Отравил ядом, оружием трусов. Обвинил их в разжигании войны и сказал, что хотел ее закончить. Странно. Впрочем, про короля купца всегда говорили, что он не в себе. Может, это было просто очередное проявление безумия? Может быть. Я не увидел тебя. Поговори с Аль-Муалимом. Возможно, у него есть лучшее объяснение. Да. Посмотрим, что он мне скажет. Перемотка на более поздний участок памяти. Если вы отразили мощную атаку, враг будет уязвим. Подойди, Альтаир. Поговори со мной. Хорошо. До меня дошла весть о твоем успехе. Я благодарен тебе, как и вся страна. Ты приблизил мир, избавив города от преступных правителей. Вы так в этом уверены? На людях отражается то, какими методами правят вожди. Уничтожая преступников у власти, ты лечишь сердца и души простых горожан. Наши враги не согласились бы. О чем ты? Каждый из тех, кого я убивал, говорил странные вещи. Они ни о чем не жалели. Даже умирая, они оставались уверенными в своем успехе. Думаю, что их что-то связывает. Хотя они и не признавали этого. Есть разница, Альтаир, между той истиной, о которой говорят, и той истиной, что мы видим. Большинство людей не замечает этой разницы. Так проще. Но в твоей природе замечать. Задавать вопросы. Что же объединяет этих людей? Ну а как ассасин, ты должен подавлять свое любопытство и доверять повелителю. Ибо истинного мира не бывает без порядка. А для порядка нужна власть. Вы изъясняетесь загадками. Сначала говорите, я должен замечать, потом, что не должен. Как это? Ты получишь ответ, когда тебе не нужно будет задавать вопрос. Вы ведь вызвали меня не для того, чтобы читать лекцию. Хорошо. Ты вновь повышен в звании и получишь снаряжение. Осталось еще два правителя. Ступай и лиши их власти.
Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Работа мастера. Вот так, ученики, мы и должны сражаться. Понимаю, у тебя много дел. Забирайтесь на высокие здания, чтобы осматривать окрестности с высоты. Высокие здания также могут служить... Thank you.